Баюшки, баю, ложись на краю. Добрый день, Синуля. Приходи. 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 Это Лёля. Мия. Лолитки, да? Пошли. Давай учимся ходить. А я теряю. Мы ты манишь. Пошли кусик. Ну ты что такой медленький? Все, пошли. Ай, лялечка. Садись пока что сюда. Манишь. Вот, садись на это креслечко. Садись. Я сейчас приготовлю тебе супик. Мими. Супик, супик, садись моему сынку. Супик, супик. Мама. Моя зеленочка. Все. Я люблю. Я тоже тебя люблю, Снулечка. Дай суп. Дай суп. Так, где суп? Он я вчера вечером готовила нам суп, где он? Не спеша спиду, мамочка. Так, так, так. Вот супик. Я его вчера заготовила. Изи. Налить. Михаил! Ой, Михаил Петровичу. И Михаил Петя. Савченко. Ну, Савченко. Здесь папа зовут Петя. Да. Ну вот, Михаил Петрович, сколько будет сить помножить на 7? Сись помножить на 7? Будет 40 сись. Неправильно, будет 42. 2. Ну, ну все, я пошу. Ну, добре, давай с минусом. Давай. Что такое? Михаил Петрович, сколько будет 2 плюс 2? Это будет 5. Неправильно, будет 4. А, ну тогда 4. Плохий математик. 2 с плюсом. Ура! Пока. До побачення, Михаил Петрович. До побачення. Блин, ну где этот Петя? Добрый день. Миша! Миша, я уже здесь. Привет, извини, что я немного задержался. Да, у нас уже выпускной, скажи, это классно. Да, классно, наконец-то школа закончилась. Кстати, а ты кем хочешь стать? Ну, я не знаю, наверное, я хочу стать врачом. Я хочу стать ютубером. О, прикольно, у тебя работа, наверное, будет. Ну да, ладно. Это будет самый лучший выпускной в вашей жизни. Расскажи. Да, конечно, конечно. Ладно, давай танцевать. Ну как я прокатился? Нормально. Ну все, я уже сдал экзамены все, да? Так, можешь выбрать машину заднюю. О, какая у меня может быть машинка? Выбирай автобус, самый классивый машина. Да, самый классивый. Ну давай автобус. А сколько она стоит? Бесплатно. А, бесплатно, ну все, тогда пока. Нет, подожди, на, все, я вашу машину. Я... Ну все, короче. Спасибо, спасибо, что меня учили. Вы лазьте из моей машины. Я поехал. Ну, успех. Пока. Спасибо.
сегодня уже один... У меня уже 1 миллион подписчиков. Дынь-дынь-дынь-дынь. Мне прислали золотую кнопку YouTube. Ура! Так, будем сейчас быстро распаковывать это. Так, едем. Надо вот сюда вот еще устроиться на работу. Здравствуйте, тут кто-то есть? О, добрый день. Добрый день, а можно у вас тут работать? Конечно, как раз свободное место есть. А, можно я попробую бургер приготовить? Да, проходите за мною. Ладно. Давай, подойди. Сюда. Вот, бачите, тут печечка есть, тут все есть. Хорошо, все, я буду пробовать пекти. Так, еще добавим булочку. У меня идеальный бургер получился. Смотрите, какой у меня бургер красивый. Попробуйте на вкус. Ух ты, друзья, красивый. Я зря попробую. Берем. Ну как вам? Очень вкусно. Вы приняты. Ура! Что мне делать? Зара. Ого, как вам много посетителей. Ну что, я пошел готовить бургеры. Да. Так, босс вроде мне уже зарплату сделал, надо проверить. Так. Сколько я заработал? 5000 за один месяц. А ну, еще с YouTube зарплата. 3000. 8000 у меня денег. Вот это да. Это же классно. Ну все, я теперь богат. Ладно. Пошел. Ой. О, вот у меня работа. Так, здравствуйте. Что мне опять делать? Слушайте, мы вас уже умовляем, что вы уже старенькие, и вам пора уже выходить на пенсию. Да? Ну, ладно. Ну, я пошел тогда пенсионное оформлять. Ну, еще до свидания. До свидания. Приятно было с вами поработать. До свидания. Блин, надо найти такого же, чтобы с ним тоже поработать. Что же будет делать для меня бургеры и клиентам? Так. Ну что там, клюет у тебя? Да, клюет. Смотри, какую я рыбу. Да, клюет. Смотри, какую я рыбу поймал. Ого, какая рыбина огромная. Ну, хорошо. Ой, ох, что-то мне плохо. Ой. Скорая, надо быстрее звонить скорую. Так, вот. Все, скоро уже едет. Очнулся. Ой, уходи. Ты мне все равно уже ничем не поможешь.